Так, ну что, поиграем сегодня во что мы? Ancient Space. Это, да? Ну давайте новая игра. Сейчас сложность. Показать титры. Так, обучающая миссия. Ну давайте. Ибо мы ничего не знаем. Как оно и что тут? Игрушка космическая. Космическая стратегия. Стратежка наша. Посмотрим, что в ней можно. Только сегодня приобрел. Интересно поиграть. Так, нажмите Enter, да? Давай нажмем. Уровень подготовки. Что хотят? Эта панель предлагает более подробное описание. Не стоит писать. Сейчас снова щелкнуть типа объект, чтобы закрыть панель. Какой молодец, да? Так, панель объекта. На панели цель отображается. Вы можете медленнее? Я что-то еще сжиру. И что-то выскакивает. Поворот камера. Нифига себе. Вот, да, камера. А. Кнопки. Ну это, по-моему, очевидно. Что за корабль-то? С камера вертикально. Ой, вертикально. Ну наркоманная, мать ваша. А, QE. Что-то не понял. А, то есть вот так вот можно. А. Чуть выключение технические. Так, ключ. Так, по умолчанию. Интересно, не обычно не надо было пойти. В таких играх это самое главное. Навести камеру на ровер. Выбить ровер левой кнопкой мышки по умолчанию. И F. Угу. Где бы не было. Ух ты. Аппарат. Прикольная система. Так, дальше что? Войти в сектор 2. Следуйте за вашим союзником в сектор 2. Как пойти? Я не понимаю. Во. Погнал, погнал. Он летит, пацаны! Он летит! Он заходит в сектор. Ой, что-то там пишут. Так. И дальше что? Что хотят? Войны хотят? Используйте способности вашего корабля защитить защиту станции для захвата пустых станций. А, защита станции для захвата пустых станций. А это ты кто такой? Я не тронь моей станции. Ёптать, сколько постепенной задачи. Изучите бои в секторе 4. Если вы хотите больше узнать о тактике ведения боя, войдите в портал, ведущий в секторе 4. Давайте что, станцию зацепим. Пустые станции защищаются способностью защиты станции. Защитные станции можно застроить одним из шести типов строений. Кроме того, ресурсные станции занимаются энергетическими обеспечениями. Они играют ведущую роль в развитии экономики. О май гад, экономика! Так, это надо... Вот так вот, да?
А что защита от цели? Перемещение. Рывок. Защита. А, вот, защита станции, да, есть такое. Давайте, давайте. Это такая станция или что это вообще? Непонятно. Ништяк. Постройте орудийную башню. О, а мои станции и не ебет. Изучите производство в секторе 3. Сектор 2, да? Сектор 3. Сектор 2. Я, пацаны, заблудился. Так. Справочник руководства по... Так, изучите производство. Сектор 1. А где ты, сектор? Вася. Что это такое? Разрушить. А тут можешь им построить? Так, нам нужен третий сектор. Это вот этот, что ли? Сектор 2. Не вижу. Сектор 3. Ага, вот давайте производство изучим. Погнали. Полетели, полетели в черную дырку. Давай. Где он? Изучите производство в секторе 3. Ох, ебать тут. Получите ТЭС 2. Купите ТЭЧ 2. Технологии. Корабли различаются по уровню технологического оснащения. Купив дополнительный уровень, вы сможете создать более крупные и усовершенствованные корабли. Кликните иконку ТЭЧ на панели производства, чтобы разблокировать выбранную технологию. У вас должно быть достаточно ресурсов для проведения технологии. Для технологии. Так. Полученные технологии. ТЭС 2, да? Постройте лансер. Производство кораблей. Если у вас достаточно ресурсов энергии, трите и репликантов, выбейте корабли на панели производства. Крейсеры могут создаваться любые корабли. Ага, прикольно. Это мой? Опа-на, пацаны. Типа верфь, я так понимаю, да? А это что такое, типа корабль? Так, все, да, изучите бои в секторе 4. Давайте мы еще сделаем корабль. Ух ты.
А ты где? Все летите сюда. Вот типа это он штампует? Нихрена себе. Lancer constructed. Давайте, давайте, давайте. Ладно, полетели. Погнали, пацаны, вынесем. Lancer constructed. Ёптать. Расчистить территорию, да? Воспользуйтесь лансером, чтобы уничтожить вражеские силы в зоне 1. Рекомендуется использовать наступательный строй. Нажмите клавишу пробел в любое время игры, чтобы подключить тактическую паузу. Работает, мать вашу! Тактическую паузу. Вы сохраните возможность двигаться камерой и отдавать приказы. Это замечательное орудие для планирования тактических маневров. Lancer constructed. Че, паузу я не могу нажать, когда что-то делать, или что? Погнали, давайте их вынесем все. И сюда. Че, меня не слушаете? Lancer constructed. Как вас выделить-то всех? Все сейчас, давайте. Новая задача. Ничего не понимаю. Не успеваем. Такой стопей. Завоеватель очень эффектен. Облей. Давайте все сюда вообще летите. Летите к пацанам на помощь. Как выделить, интересно? Через контрол не выделяется. И пауза не работает. Меня наебали. Реально. Завоеватель очень эффективный против... Завоеватель очень эффективный против больших кораблей. Вот вы завоеватели, да? Больших кораблей и сооружений. Приведите их в оборонительный строй для усиления защиты во время поведения. Ага. Оборонительный строй, да? Давайте. Нет у нас оборонительного строя. А теперь понеслась. Вынести его ко всем хуям. Это сейчас будет огонь. Все, готово. Теперь базу эту. Чтобы я больше не видел. Шушел, мышел, пернул, вышел. Все, порвали пуканы пацанам. Ну, задача расчистить территорию 3. Да где такое? Проверьте, вот. Так, некоторые космические области могут быть скрыты от вас так называемыми туманами войны. Чтобы область стала видимой, необходимо отправить туда один или несколько кораблей. Возведение сооружения в туманной области также делает область видимой. Так, значит, давайте нам корабль нужно отправить куда-то. Области туман войны. А где такая область? Сюда что ли? А, сюда вот. Полетел! А хули мы сейчас кимнем? Полетели все. И поорвем им.
Все, что можно порвать. Ничего себе. Вы это видите? Вы это видите? Тысячи, тысячи кораблей летят уничтожать врага. Сделаем скриншот и выложим на сайте. Полетели с ними вместе. Опа, опа, опа! Пацаны, пацаны, пацаны! Тормози, тормози! Чутка вот так вот. А теперь все взрывать им. Укан. Зря ты, малый, на пацанов наезжаешь. Invader lost. А теперь базу. Lancer lost. Миссия выполнена, поздравляем! Ваш прогресс был сохранен. Окей, спасибо. Спасибо за поздравление, милый роботик. Че нажать, че нажать? Продолжить. Миссия 1-1. По ту сторону Нары. Федерация Объединенных Колоний столкнулась с глубоким экономическим кризисом. Так, давайте это вот так.